Санитарно-эпидемиологическая обстановка на курорте спокойная и под контролем. Об этом сообщили в территориальном Роспотребнадзоре. Развернутый мониторинг состояния анапских пляжей и воды в море проводится каждые 5 дней в 10 точках от Высокого берега до Витязева. Всего за один раз исследуют более 40 проб. По последним данным, ситуация на курорте не вызывает опасений. За последнюю неделю все пробы соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. Вирусологические показатели мы также исследовали. Последние исследования не выявили наличие каких-либо вирусов в морской воде. Качество воды на сегодняшний день соответствует нормативным требованиям. Купайтесь, не боясь каких-либо осложнений. Единственное, рекомендуем купаться, немного отойдя от береговой кромки. Конечно, береговая кромка – это буквально 10-20 сантиметров. Там вода прогревается, и если будет какое-то загрязнение другим человеком, вы можете подхватить эту агента инфекционного. Поэтому, пожалуйста, чуть-чуть отходите от кромки воды, и там проводите все свои купательные процедуры.